На Тверском вагоностроительном заводе прошел конкурс профессионального мастерства. За почетное звание победителя боролось 8 электросварщиков. Участники как молодые, так уже и опытные сотрудники. Электросварщики совмещают в себе множество качеств и умений, в том числе физическую выносливость и хорошее пространственное мышление. В конкурсе важна каждая минута. От внимания входящих в состав жюри экспертов не ускользнет ни одна деталь. Оценка состоит у нас из 30 аспектов, где члены жюри будут принимать решения. Каждый член жюри отвечает только за себя. И по итогу будет у нас составлена таблица, где будет выведен средний балл. Даниил Иванов работает на вагоностроительном заводе с 2003 года. Участие в конкурсе принимает впервые. Рассказывает, что задание оказалось сложнее, чем предполагал. Сварка во всех положениях. То есть здесь и вертикальные, и потолочные швы, и горизонтальные. Все это будет проверять под давлением, поэтому довольно серьезно. В этом году задание для конкурсантов усложнили. Необходимо было применить сразу два способа сварки – полуавтоматическую и ручную дуговую. До выполнения отводится 2,5 часа. Здесь электродуговая сварка, ну здесь ничего сложного. И полуавтомат. Два вида сварки. Много качеств, большие швы, конструкция целая. Я думаю, справился. Раньше мы уже готовые детали им давали, только для сварки. А теперь надо было всем собрать детали перед сваркой самим. За отведенное время конкурсантам необходимо сварить конструкцию из пластин толщиной 10 мм. Эксперты оценивают сборку изделия, проводят визуальный осмотр и проверку на герметичность. В итоге должен получиться сосуд, который работает под давлением. Испытанием на герметичность допускаются только изделия, полностью сваренные, без видимых сквозных дефектов. Соответственно, мы будем под давлением проверять. И от количества несовершенств будет зависеть количество баллов, которые может получить участник. Проведение конкурсов профессионального мастерства на ТВЗ стало доброй традицией. Они предоставляют каждому сотруднику возможность продемонстрировать свою квалификацию, а победителям повысить ее и получить заслуженные награды и премии. Сейчас на предприятии работает более 800 сварщиков.